Друзья, это Познань, Польша. 8 мая 2022 года. И это забег, в котором принимает участие одновременно тысячи человек. Не только в Познани, но и по всему миру. И все это не ради результатов, но ради благого дела. 100% всех стартовых взносов направляется на благотворительность. Принимая участие в забеге Wings for Life, люди помогают нуждающимся во всем мире. Ведь фонд Wings for Life некоммерческий, финансирует исследования спинного мозга с целью найти способы лечения травм. Забег помогает достичь этой цели, а точнее достигает цели каждый, кто принимает участие. С другой стороны, здорово провести день на улице, насытить кровь кислородом и обрести тонус в мышцах, пробежаться и почувствовать единение со всем миром. Смотрите, бегут все. Принимают участие взрослые, мужчины и женщины. Бежит старшее поколение и совсем маленькие в колясках. Правда, помогают им папа или мама. Бегут с удовольствием. Зрители их приветствуют аплодисментами и возгласами. Смотрите, какое большое количество людей принимает участие в забеге. Это живая река. Помолчи.